Добрый день, мои дорогие подписчики и зрители моего канала. У нас сегодня пасмурный, но теплый денек. Я бы хотела рассказать про наше козье хозяйство. В козьем хозяйстве у нас две козочки. Мама Марточка, которой было два окота. Первый был козлик Яша, вторая у нас Асенька. У нас сегодня своеобразный праздник. Мы два месяца безуспешно пытались отлучить нашу козочку Асеньку от молочка. Даже одевали лифчик, даже я придумала кофту для нее. И наконец-то у нас Асенька выросла. И теперь уже не пытается пить мамы на молочко. Вот такие у нас красивенькие, ласковые, очень любимые наши козочки. Мама Марточка и доченька Асенька. Вот и все наши новости в нашем козьем хозяйстве. Подписывайтесь на наш канал, мы будем очень рады, что вы будете с нами.